В играх на Кубок города Лада все же заявилась. И то ли от злости, то ли еще от чего, но полуфинальный матч со Старым городом 1 команда Игоря Романова выиграла 5-1. А в другом полуфинале Динамо почти так же 5-2 переиграла команду Старый город 2. И вот 23 сентября на центральном стадионе финал розыгрыша Кубка города 2004 «Лада-Динамо». Интереснейший, захватывающий матч, открытая, я бы даже сказал, откровенная игра, где нападение выглядело явно лучше, чем оборона. И в итоге по 4 мяча, забитые в каждые ворота. Причем у «Динамо» 4 раза отличился Дмитрий Поморцев, а у «Лады» хет-трик совершил Андрей Вавилов. 4-4. И победитель определился по серии пенальти. Мы предлагаем вашему вниманию полную запись этого увлекательного зрелища. Награждение проводил председатель общественного совета по футболу Евгений Пучков. И вновь приходится с сожалением говорить о том, что никого из чиновников на этом весьма значимом городском мероприятии не было. Ну и очень приятно, я думаю, нам поздравить команду, которая проявляет кубковый характер. И второй год подряд, хотя приз является у нас переходящим, они завоевывают. Я думаю, будут стремиться к дальнейшим завоеваниям, чтобы поставить приз себе, наверное, на долгую и вечную память. И поэтому команде вручается переходящий кубок и вручается грамота. Ну и также сладкий приз. Я думаю, это все у них будет. Спасибо и до новых встреч. Успехов. Виталий, мы поздравляем вас с завоеванием во второй подряд раз Кубка города Углича по футболу. И первый вопрос напрашивается. Есть такое понятие в футболе, как кубковые команды. И в этом чемпионате вы, скажем, мягко не блеснули, но кубок вы завоевали. То есть можно вас назвать кубковой командой или нет? Да, конечно, давно уже ходит традиция, что «Лада» кубковая команда. Вы не доиграли до конца. И зрители знают эту историю. Чемпионат города. А в двух матчах, в полуфинале и финале, вы забили в игре 9 мячей. То, что вы не забили в чемпионате, вы постарались забить именно в кубке. Я думаю, Андрей Вавилов, который забил в кубковых двух матчах больше всех мячей, проявил себя с лучшей стороны и раскрылся максимально в этих двух играх. И тем самым принес победу нашей команде. Андрей, вопрос вам. Ставили вы перед собой цель именно в кубке стать лучшим бомбардиром, забить больше мячей? Да нет, никогда такой цели не ставил. Тут, в принципе, вся команда работает на результат. Всем хочется выиграть, а в игре забываешь о голах. Прокомментируйте сегодня ход сегодняшнего матча. То есть счет по игре основной и, скажем так, вывели два мяча, потом стали проигрывать. Вот сам ход игры. Ну, как говорится, сегодня была игра очень зрелищная, красивая. Думаю, понравилось болельщикам. Голов много было. Ну что ж, в этом матче нападающие и полузащитники себя проявили. Ну, защитников что-то не получилось. Я думаю, что игра доставила удовольствие зрителям. Ну что ж, еще раз вас поздравляем. Спасибо за красивый футбол. Спасибо.